После парада экипажи отправляются на трассу. Первыми стартуют самые младшие участники на багги. В гонках этот класс называется D3 Mini, но скорость у такого болида далеко не маленькая. Он может развить до 80 км в час. Первым финиширует Матвей Могильников. Спортсмен из Ревды признается, жажда скорости у него в крови. В семье папа и старший брат Матвея – автогонщики. А в последнее время и сам мальчик выигрывает все этапы гонок на багги. Я чувствую радость, победу. После багги на трассу выезжают автомобили. Проходят сразу два соревнования – пятый этап чемпионата России и шестой этап чемпионата области по автокроссу. На них заявилось около полусотни участников из разных уголков России. В том числе и единственная девушка – мастер спорта из Москвы Ирина Софиева. Трасса, что надо, уверяют организаторы. Здесь есть и горки, и крутые повороты. Строил ее еще Петр Кожемяк, один из пионеров автоспорта в Первоуральске. Сегодня гонки посвящены его памяти. Ошибки участники допускают, но пока с трассы никто не сошел. Однако на тренировках были инциденты. Было такое, что ломались некоторые, ломались. Никто не переворачивался. Но тренировки есть тренировки. Вот. Тут не предугаданно. На тренировках единственная одна машина перевернулась. Там вылетела с трассы. Так получилось. Ну, ничего страшного. Становится жарко. Участникам нужно преодолеть 5 кругов по 1400 метров. Эмоции, скорость зашкаливают. Некоторые зрители признаются, они не могут без этого драйва. Мы ездим на соревнования с 2007 года. Этот молодой человек, когда был в животе, он уже был здесь. Мы болеем за нашего папу всегда. Наш папа чемпион России Олег Гринкевич. А вообще, ну, без автокросса, без автоспорта, наверное, наша жизнь очень скучна. Поэтому мы охотно сюда приезжаем. Есть у нас любимчики, фавориты. Борьба в этот раз была напряженная. Лучшими в разных классах стали Евгений Брынцев, Виктор Кобяк, Виталий Тюрин и Михаил Путятин. Среди первоуральцев отличился Александр Тихонов. Он занял 3-е место в классе D2N. Он ездит на переднеприводном автомобиле ВАЗ-2108. Александра Поддубная, Ксения Иноземцева, Сергей Шемит, Интер ТВ.